В то время как герцогиня Кембриджская Кейт и ее супруг принц Уильям с часу на час ожидают появления первенца, их коронованные родственники проводят время в садах Букингемского дворца. Здесь с 11 по 14 июля проходит Coronation Festival – ярмарка, организованная в честь 60-летия правления Елизаветы II. В фестивале участвуют около 200 компаний самых разных сфер деятельности – от инновационных технологий до новых изысков кулинарии и британских домов моды. Попасть сюда в качестве участника можно только по рекомендации либо королевы, либо герцога Эдинбургского, либо принца Уэльского. В первый день фестиваля здесь прогуливаются сама Елизавета II в сопровождении принца Чарльза и герцогини Камиллы. В целом за 4 дня мероприятия ожидается около 50 тысяч посетителей. Помимо знакомства с новинками, для многих это редкая возможность побывать на дворцовых территориях. Входные билеты, само собой, не дешевые – 90 фунтов за штуку. Это $137.